Ребята, всем привет, Легенды Дракономании, у нас тут Золотая Лихорадка тоже дают билетики, нужно брать, и вот штука такая, тоже нужно брать VIP-статус, это накормить, а это потратить золото. Ну, в общем-то, отлично, еще осталось почти 3 дня до Божественного Союзника, сейчас будем в этом всем деле разбираться. Так, я пытаюсь сейчас до сих пор вывести нефритово, по-моему, да, у меня нифига не получается. Так, вот этих парнишек мне нужно парочку поймать. Блин, ненавижу вот это. Вот это ненавижу, блин, оно я тыкаю постоянно на телефоне. Оно... Вот эта центровка дико бесит. Вот когда ты на что-то нажимаешься, и оно центрируется у тебя по экрану. Блин, на мобильном телефоне. И вот эти вот все объекты, которые ты постоянно задеваешь во время акции, это просто бесит. Так, ну этих ребят вот совсем мало осталось. Мне тут через 49 минут уже закончится. Ну блин, на компьютере это вообще просто издевательство это делать. Я в акциях с телефона участвую, потому что это капец какой-то. Так, что у нас тут? Всех поймал. Скрестить дракона, ну 34, там я уже не буду участвовать. Идем тогда куда? Берем наш VIP-статус. VIP-статус, да, и там, по-моему, нужно накормить дракона. Так, у меня, по-моему, есть какой-то новый дракон, которого нужно накормить. Да, ребятки, я вот про него чуть забыл, он уже тут давно у нас болтается. Это у нас дракон Алоэ. Вот, давайте посмотрим. 7, легендарочка, 72, начальная. Статный дракон Алоэ, дружелюбное существо, его слюна быстро лечит раны. Кто не знал, то Алоэ это лечебное лекарство, лечебное растение. И ожоги. Да, и приятно пахнет. Так что не злитесь, если он капнет ею на вас. Это вам только на благо. Ну, прекрасно, давайте будем его кормить. Кормить будем. Ну, пока не выполним это задание, да, сколько там, миллион потратить надо. На 20 или на 30 уровень. Ну, на 30, наверное, придется его кормить. Стоять, я не нажал на участие. 1 200 000 надо потратить. Вот это прикольно. Хорошо, что я вспомнил. Хотя бы когда на 25-й докормил его. Так, но это еще не все. Так, ну по-моему мы 1 000 000 еще не потратили. Еще не потратили 1 000 000. Так. У меня есть там роллер. Роллер вечно просит. Мы его потихоньку качаем, нашего роллера. Вот здесь. Вот, теперь мы точно выполнили. Ну, уже для красоты 43 уровень сделали. Ху, ребята. Так. А здесь потратьте как можно больше золота. Ну, это я спущу на 9 миллионов. Ну, это легко. Что-нибудь там есть у меня, что-нибудь расчистить? Или я уже все расчистил здесь? А, да, вот. 6 миллионов. И еще 6 миллионов. Да, кстати, я, ребята, за все это время ни одного сундука, короче, не открыл. У меня 600 билетов. Ну что, запаслись, давайте чаек там, ставьте видео на паузу, чаек. Потому что это мне нужно нажать больше 100 раз. Блин, ну так, видно, конечно, не прикольно. Блин. Ну давайте, может, тогда половину сейчас, половину потом. Блин, правда, 2 дня осталось. Почему нельзя открыть все? Так, я собрал терракотового, который никому не нужен. У меня он вроде есть терракотовый. Собрал бамбуко. Кстати, бамбуко у меня точно не было. Ну, так вот у нас акция в ускоренном режиме. Чё, соточку мы уже потратили, так что быстро идем.
Так. Лилиерох. Типа как единорог, только от цветок. Ну, по крайней мере, хотя бы в таком варианте мы его, мы видим, кого мы собрали. Ой, блин, сколько это всего. Так, кнопка еще вот эта в уголку плохо работает. На ней надо 10 раз клацнуть как-то она. Аля, то ли полупрозрачная, то ли я не знаю. Так, кто ты такой? 44 я тебя собрал. Неплохие шансы его собрать у нас есть. Двойник. Получить билетик. Получить билетик. Это был кто? Даже не обратил внимания, ну ладно. Так, вот мы уже почти 200 очков потратили. Еще 400, ребята. Так что вы там держитесь. Денег нет, но вы держитесь. Бамбуковый. Да, вообще, такая штука бесполезная. Вот если у тебя много драконов, даже легендарных, ты тупо ничего не можешь с ними сделать. Переработать их на осколки, ну это вообще неблагодарное дело. Очень мало дают осколков. Очень странно. Потом мы пойдем по путешествиям по подземелью. Мне уже там осталось. Это был едино лили или как там его. Блин, вы что, прикалываетесь? Я сколько можно их собирать? Они что там по 100 штук выпадают пачками? Да вы посмотрите на это. То есть, когда я как бы нажимаю получить двойника, мне же там забирается сколько там нужно, все 70 или сколько там было пазлов, они обнуляются. Блин, ну вы что, каждый раз мне будете их давать? Дайте мне уже там этого легендарного какого-то божественного. Кто у нас? Я уже и забыл, кто у нас тут в акции. Ё-моё, сколько их попадает. Так, вот здесь легендарный, всего 23. Тут всего 64, там вообще в самом главном 26 и 300. Блин, сколько тысяч нужно? 1005, да, наверное? Ну, я, по-моему, в прошлой акции считал тысячи, там, 2,5, 3 может хватить. Но чё-то мне кажется, что в некоторых случаях не хватит и 3000. А у меня несчастных 600. Ну, зато мы сейчас точно узнаем, сколько из 600 билетиков можно собрать главного приза. Так, ну это у нас прям серия будет называться. Открываем 600 сундуков. Я за раз столько не открывал. Сколько я же штук? Штук 5-7 собрал бамбуков. 33 из 300 вообще не попадается. Это... Блин. Ну кому-то ж попадается там. Типа 100 карточек. Колосса собрали мы. Хоть что-то. Радостное. 36 из 300. Мы хотя бы легендарного соберем кого-то там. Надо будет посмотреть, кто там у нас легендарный такой. Ну, на фиолетовом фоне карточка. 184 билетика осталось, ребята. Да. Эх. Сорок восемь. Поле чудес. 3 таракотовых я уже собрал. Четыре.
У нас уже там насобиралось еще других этих бонусных сундуков. Так, 50. Ну, наконец-то заканчивается наша эпопея. Двадцать шесть, 21. Бамбук. Ура! Так, ну у нас еще здесь осталось. Довольно много, но я не знаю, тут не 600, сколько сундуков открою. Суммарно. Четыреста тридцать. Блин, да я тут не знаю, сколько. 700, наверное, их открою. Не знаю, интересно, сколько их тут у меня получится. Они по 5 открываются, то есть по 50 очков списывается, да? 280, 230, да, по 50 очков, но по 5 сундуков. Блин, ну это капец, просто реально столько сундуков открываешь, мне кажется, надо уже все собрать. Жадные разработчики, очень жадные. Слышите, а тут что, стабильно даются вот эти самые главные? Прикольно. Мне вот больше дали главных вот за вот это вот. Фух, прям утомился. Так, ну, эрланшень у меня есть. Чан Э. 103 из 120. Блин, даже ее не насобираем. Хроно Паньгу здесь самый главный, но что-то он, короче, какой-то непутевый. Хроно эрланшень, 74 атака. Слабоват. Хроно Неджа. Ну, честно говоря, мне не интересны, кроме вот первой. Гуанди. Вот легендарный Гуанди. А нет, подожди, он не пазловый. Вишневый цвет. Часовой. Терракотовый. Колосс. Блин, их так много тут. Ну, эти у меня все есть, я так понимаю. Подождите, а легендарный? Кого мы собираем легендарного? Гуанди, что ли? Чё-то я не пойму. Кого мы там собирали? Там же были какие-то легендарные куски. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Так, здесь какая коллекция? Вот это для того, чтобы получить Хроно Неджу, да? А сколько осталось вообще до акции? 9 дней до конца акции. Ну, до лабиринта осталось вот 2 дня. Так, это выполнили мы. Это выполнили. Это великолепно. Ну, идем вот сюда. 3-4 минутки осталось. Вот этого парня нужно получить. Так, ну, немножко очков есть. Но, правда, дорого здесь ходить. Жутко дорого. Так. Ну, здесь вроде все нормально. Напоминает мне вот это вот, короче, в Monster Legend была Галант был и его подруга. Вот она мне напоминает подругу Галанта. Могли бы и все кочуриться, быстрее было бы.
Так, ну пока что все хорошо, у нас по стихиям все подходит, все проходит. Ну да, что-то я зеленого решил отравить, непонятно почему. Ну вот так. 800 прям. 21 осколок. Так, ну печально, ничего. Ну, тут вероятность того, что нам выпадет первый сундук-то была я очень низкая. Тут минимум нужно открыть. С третьего сундука там какой-то 1% вероятности появляется, наверное. Промахнулся, дело. Нифига себе, тут по 500 уже открытие точки стоит. Блин, я тут даже боюсь представить, сколько здесь стоит открыть. Но мы не сможем уже никуда дойти, походу. Но можем посражаться. Я тебя отравлю за это. Акварелька. Или гуашь, интересно. Как звали этого дракона? Так, ну мы пошагаем сюда. Ну вот, у нас уже и закончились очки. Но мы можем повоевать. Так, дракон из Карабеи. Моя пустота разъест ваши панцири. Пустота, в смысле, темнота. Так, ну и тут мне уже не хватает. Но у нас еще есть две битвы, на которые нам хватит. Прикольный дракон вот этот первый. Дракончик Овен. Вот жаль, что нельзя тут навести на дракона, его характеристики посмотреть. Ну как в Jurassic World Alive. Блин, ты выжил до сих пор? Вот так бы сразу. Так. Ладно, не будем тебя травить. Все равно живой остался. Вот такой был у нас дракон Энд. Так, ну и все. Ну то есть эту штуку-то я пройду. И я получу дракона нефритовый. Но успею ли я его вообще высидеть? Ну, то есть Эрлэншень мне нафиг не нужен. Вот этого парня Хрон Эрлэншень. Ну, можно было бы, конечно, собрать. Ну, тоже не шибко надо. Короче, как-то так, ребятки. Как-то так. Так что... Код дружбы 5B0F59, кто вдруг забыл. Или кто недавно присоединился. Так что добавляйтесь. Добавляйтесь для чего? Чтобы быть в друзьях. Друзья могут друг другу вот так вот просить о помощи. Помочь там. Друзья ускоряют друг другу выведение, там сбор еды. Это все дело ускоряется. И могут слать 100 подарков в день. Ну, вот так вот, короче, вылетела у меня игрулька. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч.